Городской округ Люберцы – участник федерального проекта Росмолодежи «Диалог на равных». Студенты высших и средних образовательных учреждений встречаются с известными людьми из мира политики, спорта, культуры и бизнеса. На этот раз историей своей жизни и творчества с люберецкой молодежью поделилась актриса театра и кино Юлия Куварзина. Ты посмотри на себя, какая ты артистка. Кого ты будешь играть? Бабу-Ягу будешь играть? Тебя отправят куда-нибудь там в Магадан. Ты будешь жить в общежитии, играть в ДК, Бабу-Ягу. Пример того, как нужно идти к своей цели и мечте. О профессии актрисы Юлия Куварзина мечтала с детства, но девочку все время отговаривала мама. Порой даже обидные слова не сломали ее желание, а скорее наоборот, только укрепили его. Я вот так вот ревела, засыпала, плакала, а потом просыпалась, смотрела в окно и говорила: «Господи, я буду играть Бабу-Ягу, я буду жить в общежитии с клопами». То есть мне было море по колено. Беседовать с такой большой молодежной аудиторией российской актрисе не впервой. До того, как стать популярной, звезда сериала «Воронины» работала учителем. К тому же она сама мама дочери-подростка. Поэтому проект «Диалог на равных» интересен как студентам, так и ей самой. Я люблю детей. Мне где-то кажется, что я сама еще где-то в глубине души, несмотря на преклонные годы и закрашивание седины, все равно еще очень такой, ну, как многие, большинство артистов, ребенок. Приехала, вообще посмотрела на Люберцы каким-то тоже новым таким взглядом, хотя много раз, конечно, была здесь. Вот, но я в каком-то потрясении, что здесь такая жизнь, она кипит, столько много вот молодых, красивых, замечательных людей, женщин, профессионалов. Знаменитую гостью поприветствовал первый заместитель главы городского округа Люберцы Илья Мотовилов. У каждого, кто пришел на встречу, была возможность задать свой вопрос актрисе. Это уже вторая, но далеко не последняя беседа люберецкой молодежи с известными спикерами. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.